Как вы знаете, 3 апреля указом президента нашей страны был создан Государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции. В каждом регионе, включая, конечно, и Красноярский край, в ближайшее время должно появиться отделение этого фонда, куда участники СВО, члены их семей смогут обратиться за медицинской, юридической и иной помощью. При этом участников специальных военных операций, вернувшихся домой, конечно, мы будем стремиться привлекать и для организации патриотического воспитания акций такого рода.